Глебушка! Ух ты, с цветами! А, привет! Спасибо! Дуже классная прическа. Спасибо! А мне ничего? Ну, конечно, что здесь будет. Дуже красивые у вас глаза. Спасибо! Стильно водите, дуже. Спасибо! Комплименты Глеба, конечно, были детские, немного не в попад. Еле выдавил, потому что очень переживал. Хочет угодить маме и нам, чтобы он нам понравился, и для него это очень важно. А ты сам нам покупал цветы или мама сказала, что так надо сделать? Мама помогла. Мама помогла, да. Понятно. Он уже знает, как правильно вести себя с девушками, как правильно подойти, как сказать комплимент. Также я даю советы по уходу за собой. Он должен хорошо выглядеть. Мы ходим в барбершоп, у него есть свой мастер. Глеб, а тебе нравится ходить в барбершоп, ухаживать за собой? Да. Нравится? А чем тебе нравится? Ну, делать прическу, какую ты хочешь, и дивиться в зеркало. Мальчики обычно хотят где-то лазить, где-то прыгать, а не сидеть перед зеркалом. Я ему делаю чистку раз в две недели кожи, чтобы не было прыщей. Ну, надо умываться дегтярным мылом, это обязательно каждый день, бо, ну, уходят прыщи. Ну, если это просто наделать, то потом надо их выдавливать руками, або еще чем-нибудь. Ну, и это если уже жировички, то надо голочку какую-то протыкнуть, а потом... Я просто знаю, что у мальчики в таком возрасте мало кто такое делает. Как ты считаешь, если бы мальчики узнали, они бы засмеяли тебя или нет? Ну, я не знаю. Наверное, нет. Вот мальчики говорили, я вчера подрался с Петей. И Глеб говорит, а я вчера делал маску на лицо. А брови? Вот за бровями как-то ты следишь? Ну, посередине же растут маленькие волоски, и это некрасиво, надо... А как ты за ними? Ты ножничками подстригаешь? Щипцами. Больно же. Не, нормально? Да. Красота требует жертв. Щипать брови мальчику. У меня закралась мысль, что Глеба воспитывает Нинель больше как девочку. Ну, если ты не умеешь за собой ухаживать, то, ну, какая там может быть вообще культурность, например. Это шок. Вон пацан, дети в школе, если будут видеть, что сильно за собой ухаживают, это пойдут смешки и какие-то подколы, что нетрадиционная ориентация. Не бачу нічого поганого в тому, що Нінель вчить сина доглядати за собою. Це дуже хороша звичка на майбутнє. Головне, аби це не займало всю увагу хлопця.